Все больше славянцев, особенно молодежи, вредным привычкам предпочитают занятия физической культурой и спортом. Для того, чтобы поддержать столь благое увлечение подрастающего поколения, на Кубани вот уже третий год подряд проводится спартакиада по боксу среди молодежи Краснодарского края. В этот раз площадкой для проведения соревнований был выбран Славянский район. Побороться за звание лучших в наш город приехали спортсмены из 17 муниципальных образований. Тему продолжат мои коллеги. В состав команды Славянского района вошли 13 ребят. Все они долго готовились и настроены только на победу. Ведь благодаря этим соревнованиям определяется уровень развития бокса не только в своем районе, но и вообще в крае. Александр Сокол – участник славянской команды. Боксом занимается уже 11 лет и не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Как признается спортсмен, победа в соревнованиях должна быть прежде всего общая, на благо своего города. Ну, спартакиада, мы защищаем наш город, наш Славянский район. Боксируем за город и хотим, чтобы он стал первым. Для этого и приехали боксеры с разных уголков края, чтобы завоевать новые награды в копилку своих городов. Спортсмен из Лабинского района Алексей Макаренко хоть и недавно занимается боксом, но за его спиной уже немало соревнований, в которых он побеждал. Алексей рассказал, какими качествами должен обладать боксер, чтобы успешно проводить бой. Умом, скоростью. В боксе думать надо много, как ударить, как уклониться. Так что, и сила. Соревноваться ребята будут еще 3 дня, после чего подведут итоги, и финалисты поедут прославлять свои города на соревнованиях Южного федерального округа. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, Константин Монастыренко. Программа «События».